И снова здравствуйте, всем привет. Давайте в этом видео разберемся, рассмотрим, так сказать, вариант, как сделать шнуровку на модель, как она делается. Сейчас попробуем разобраться. Вроде ничего такого сложного нету. Поставим нашу модель так поближе. Переключимся на кисть топологии, она находится вот здесь, и попробуем порисовать. Вот так рисуем, мы уже рассматривали этот способ. И вот так вот моделируем наш шнурок. Чтобы он появился в нормальном виде, нажмем на модель левой кнопкой и вот что-то вот в таком духе. Размер нашего шнурка вот этого будет зависеть от драфсайза. Если мы вернемся, допустим, назад на шаг и уменьшим драфсайз и нажмем опять на модель, вот у нас уже шнурок стал более тонкий, вот такого вида. Моделируется он с помощью клавиши кисти Move. Ставим Draw Size побольше и начинаем вот так его подгонять. Уменьшив Draw Size, можно вот так вот здесь корректировать уже поменьше. Загонять его вот в эту, как его называют, я не знаю, в петлю. Вот так вот будет все это дело выглядеть. Следом мы можем нарисовать следующий шнурок. Опять переключаемся на топологию и рисуем его уже вот так вот. И опять нажимаем на нашу модель. И вот таким нехитрым способом, переключаясь на Move, и можем вот так его координировать. Убирать вглубь или наоборот наверх выводить. Также можно его вот так вот подтягивать. Уменьшать. Работа занимает количество времени, опять же. Так что показывать, наверное, не буду, как до конца ее делать. Будет видео очень длинным. Немножко вот наметим, посмотрим, как это все выглядит. И потом уже вы будете сами дома на компьютере смотреть, учиться, пробовать. Так, и давайте сразу еще один нарисуем уже вот под этим, на эту петлю, и уже будет видно, как все это выглядит.
Опять топология. Кисть можно выбирать, если вы будете вдруг подгонять, то вот уменьшаете и вот так вот наводите на вот это кольцо, и будет видно размер кисти. Очень трудно снимать видео и делать, и объяснять. Может, кому-то это нормально, но мне как-то тяжеловато и делать, и объяснять. Так что извините, что не так. Кто-то говорит слишком быстро, рассказывая что-то, говорит слишком медленно. Кому-то, может, не нравятся мои заикания. Так, ну вот где-то вот в таком духе будет все это выглядеть. Так вот. Также можно ее здесь вот так вот подправить. Уменьшить draw size и подкорректировать. Приподнять где-то, где-то припустить. Вот так вот. Здесь вот можно вытянуть. Вот у нас получается вот такая вот шнуровка. Опять же, можно использовать в деформации полиш, сделать ее сглаженней, можно добавить дивайдов и работать, как и в прошлых видео. Вот такое что-то получается. Все, всем пока, всем до свидания.